Добрый вечер всем, кто присоединился к нам в эти минуты. В эфире телекомпании «Город», программа «Подробности». А говорим сегодня о предстоящем интересном флешмобе «Замуж за Новый год». В кресле гостя Евгений Уник. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Евгений, очень интересный проект. Кто же и каким образом может выйти замуж за Новый год? Замуж за Новый год может выйти любая девушка и даже женщина 18+. И далее, у которой есть хорошее настроение, красивое платье, свадебное, то есть это условия флешмоба. Незамужняя женщина? У нас может быть и замужняя, потому что мы выходим не за мужчину замуж, а за Новый год. Ну, то есть акция несет такое некое символическое значение. Как мы говорим, замуж, это значит за надежное, сильное плечо. И девушкам мы предлагаем выйти за надежное, сильное плечо в новый, вступить в год 2016, весело, активно. На самом деле, это, конечно, флешмоб красоты, радости, счастья. Ну, вот как-то со свадьбой что ассоциируется? Выкуп, традиционные какие-то конкурсы, какие-то гости, какие-то свидетели. Чем это будет похоже и отличаться в этом случае? Ну, наверное, многим будет отличаться. Будет похоже только, конечно же, свадебным платьем. Условия этого флешмоба, что платье должно декорировано в новогодних каких-то традициях. Больше блесток? Нет, не обязательно. И не обязательно даже игрушки, и не обязательно елочные ветки. Но это может быть деталь, брошь. В общем, девушки могут проявить фантазию, будет обязательно конкурс, связанный с этим. Мы выберем, но самую красивую невесту с вот новогодним, таким новогодними деталями в костюме, в платье невесты. Все знают такую акцию, как «Сбежавшая невеста». Есть ли разница? Конечно, эта акция немножко, ее идеи так мы взяли из именно «Сбежавших невест», потому что долго над ней работали и поняли, что девушки очень любят эту акцию. Но, почему, к сожалению, хочется почувствовать себя невестой еще раз? Не запоминается этот день, то есть пролетает все на одном дыхании? И это да, это на самом деле действительно. Для той девушки, которая еще не была невестой, это как некая репетиция. Да? У нас нет такой традиции, может быть, как в Европе репетировать свадьбу. Ну, они уже сейчас приходят, такие традиции. А здесь есть возможность надеть платье, почувствовать, как все это будет, но немножко понарошку, как бы в игре, участвуя в какой-либо игре. А для той девушки, которая уже вышла замуж, есть возможность повторить этот уникальный момент, но не выходя замуж за другого человека, а просто придя на такую замечательную акцию. И, в общем-то, когда невест много, это, ну, особая, наверное, энергия женской силы. А какое количество, кстати, много, это сколько? Как бы интересующихся много, человек 50, но в итоге, я думаю, останется 30-40. Какой-то отбор есть или любая желающая, пожалуйста? Ну, в принципе, хотелось бы, да, чтобы девчонки были именно в свадебных платьях, не в таких платьях, которые там не соответствуют. Традиционных, традиционных, как на самовар, да. Пушистых, с фатой? Нет, нет, не обязательно. Могут быть традиционных, вернее, современных даже уже. Ну, не хотелось бы, чтобы это были, может быть, короткие какие-то платья, да, но чтобы они все-таки были в одном стиле. В «Сбежавших невестах» как раз это указывалось. Мы тоже, наверное, корректируем, да, хотим, чтобы это были длинные платья, но от тех, оттенок может какой-то иметь, там вот слегка голубой или там бежевый, то есть не обязательно, чтобы они были белые. Ну и какой-то элемент декора. За это кто-то обязательно получит за свой оригинальный наряд подарок в финале нашего флешмоба. Как все это будет проходить? Давайте теперь подробнее. Угу. Собрались невесты? Во-первых, куда им нужно приехать или за ними белый лимузин к подъезду? Как это все происходит? Да, хотелось бы, чтобы за каждый, конечно, белый лимузин, но если кто-то откликнется сейчас и захочет девчонок покатать, то милости просим. Вот, на самом деле девушки добираются самостоятельно до торгового центра «Премьер». Мы облюбовали эту площадку, как самую центральную, активную, и там у нас пройдет вот это... Да, мы встречаемся на третьем этаже, мы размещаем их в гримерке, чтобы они сняли свои шубки, остались в платьях. Там начнется открытие проекта «Свадебный эксперт», именно в рамках его они принимают участие у нас в этой акции. И оттуда делятся на команды, и для них будет специально разработан фотоквест, где с фотографами в нескольких командах, перемещаясь по бутикам и другим зонам, которые пока держатся в секрете, они должны будут найти Деда Мороза. В общем, цель такая. Замуж за Новый год в поисках Деда Мороза. Кто Дед Мороз, где он прячется, кто им окажется, мы не знаем. Ну, та команда... Могут которая... быть сюрпризы, могу могут сказать. Быть, обязательно будут сюрпризы. Мы их готовим. Мы готовим и сюрпризы, и подарки. Потому что я знаю, что всегда для девушек, невест в белых платьях, стоит им одеть, люди готовы дарить подарки. Это мы предусматриваем. Подарки будут, какие не скажем пока.
Но будет и будут подарки и от невест. Есть у нас такая задумка, и мы уже девчонкам объясняем, называется «Подарок случайному прохожему». Вот так вот. То есть каждая девушка должна будет от устоя приготовить небольшой подарок. Все это будет красиво упаковано в определенный час. Минуту или секунду, будет специальный гонг, ну, в общем, какой-то звуковой сигнал мы решим. Девушки будут дарить эти подарки просто случайным людям. Смотрим. Я вспоминаю традицию, когда все разыскивают невесту, и там, собственно, можно снести пол ресторана. Я переживаю за бутики. Да-да-да, в поисках Деда Мороза, и если тут командный такой дух, чья команда быстрее... Да еще в платьях. В принципе, да. Но вот хочется добавить в декабре, наверное, вот в это праздничное такое настроение, такого драйва, веселья, игры, шутки, юмора. Ну, посмотрим. Дед Мороз, держись, в общем, мы приготовили для него. Если вернуться к сбежавшим невестам этой акции, самая необычная невеста по возрасту, я не знаю, по весу, по стилю, все что угодно. Были невесты очень интересные, и даже имя мне вспоминается девчонок, потому что они участвовали из раза в раз уже постоянные, которые были с просто нереальными прическами, которые, казалось бы, не подходят невесты, там чуть ли не с ирокезом, да, с огромными ресницами, но девушки известные из ивент-индустрии, поэтому понятно, почему они так были одеты, но это очень гармонично, красиво смотрелось в рамках данной акции, то есть если мы привлекли образ невесты в виде нежной, такой классической, целомудренной. То есть здесь у нас невеста может чуть-чуть... Внутренний мир немножечко разворачивается. Игриво, да. Ну, чуть-чуть более игриво, более раскованно, но также прекрасно и также, в общем-то, радостно. Давайте еще раз напомним. Число, может быть, час и куда направлять заявки, если наши телезрители захотят принять участие? Так, число 11 декабря. Торговый центр «Премьер». Время 19:00, но для девчонок, наверное, это будет чуть раньше, для желающих посмотреть всю эту акцию 19:00, потому что люди, которые придут, их тоже будут ждать и сюрпризы, и подарки. Приглашаем девушек вступить в группу, так и называется «Замуж за Новый год», созданы мероприятия. Они могут всю информацию увидеть в группе «Свадебный эксперт», где представлены, в общем-то, также наши профессионалы ивент-индустрии. И там вот они найдут мероприятие, зарегистрируются, все условия, все телефоны, и все подробно объясним, поможем, найдем платье, потому что... Даже так? Но есть те, у кого есть платье, но по какой-то причине они не могут пойти. Многие девушки берегут, они боятся и давать его, и надевать сами. Ну, какие-то вот традиции сами себе мы придумали. Женская интуиция и вот поведение иногда необъяснимо. Это точно. Но на самом деле фата, да. Вот фата такой предмет уникальный, который должен храниться, его никто не трогает. А платье, ну, если, может быть, конечно, реликвии передаваться от мамы там, или от бабушки, там некоторые да, передают такие платья, но я думаю, что у нас такого нет. Все-таки девчонки любят купить новое платье, поэтому некоторые с удовольствием свое платье, так скажем, дают в аренду. А вот у меня такой вопрос назрел. А ваш Дед Мороз холостой? Ага, если я сейчас скажу, кто Дед Мороз, или намекну, холостой он или нет, то девчонкам будет легче найти. Но, хорошо, скажу специально для тех, кто слушает программу. Холостой. Наш Дед Мороз будет холостой. Молодой, холостой, но Дед Мороз. Вот дала подсказку, теперь, наверное, будет проще. Хотя все может поменяться. Над сценарием фото-квеста работаем. А он будет в традиционном костюме или как-то загримирован, что действительно не просто найти? Не просто найти. Вот больше ничего не скажу. Вот не просто найти, потому что... То есть девчонки могут ко всем прохожим, ожидающим супругу, пока она примерит платье, пристать к тому, что он Дед Мороз. Да, в какой-то зоне, куда они будут направляться, они, естественно, будут получать некое задание, выполнять его, получать следующее. Кто первое догадывается, в общем-то, кто, собственно, Дед Мороз или где он находится, те приходят к финишу первыми. Но для девчонок, кстати, еще будут дальше развлечения. Обязательно будут танцы. Без танцев никуда. Танцевальный флешмоб будет прямо в торговом центре «Премьер». И далее они отправятся у нас в клуб, в какой мы пока держим тоже в секрете. Хотим их порадовать. Спасибо, вы уже порадовали нас хорошим настроением. Спасибо за встречу. Это была программа «Подробности». Все, что могу сказать, не пропустите еще одну счастливую возможность еще раз почувствовать себя невестой или порепетировать этот момент накануне. Всего доброго.